период с 10 по 17 января на территории обслуживания УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу зарегистрировано 53 преступления и сообщения о них. Составлено 796 административных протоколов. Из них 150 за распитие алкогольной продукции в общественных местах, 27 за уклонение от исполнения административного наказания и 3 за курение в общественных местах. В дежурную часть УМВД поступило заявление от представителя одной из организаций о краже электросварочных труб на улице Клубной. Сумма ущерба составила около 41 тысячи рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны местные жители в возрасте 33 и 36 лет. Подозреваемые заметили трубы на улице Клубной, лежащие на улице, которые были приготовлены для проведения ремонтных работ. Впоследствии они сдали похищенное в пункт приема металла. В отношении задержанных следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В дежурную часть УМВД поступило заявление от 59-летнего жителя Тверской области о краже денежных средств с его банковской карты. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 63-летний житель поселка Богородское. Подозреваемый обнаружил утерянную банковскую карту потерпевшего на одной из улиц города Сергиев-Посад и неоднократно расплачивался ею в различных торговых точках. В отношении злоумышленника следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.